Дорогие друзья, в это непростое время мы хотим поддержать тех, от кого зависит сейчас жизнь очень многих людей в нашей стране. Мы хотим поддержать наших коллег по социальной сфере, врачей, которые находятся на передовой борьбы с очень опасным коронавирусным заболеванием. Успехов вам в вашем нелегком, благородном и таком нужном всем деле. А в этом своеобразном флешмобе мы, сотрудники музея-заповедника, прочитаем стихотворение Сергея Александровича Есенина. «Эта улица мне знакома, и знаком этот низенький дом. Проводов голубая солома опрокинулась над окном». «Были годы тяжелых бедствий, годы буйных, безумных сил. Вспомнил я деревенское детство, вспомнил я деревенскую синь. Не искал я ни славы, ни покоя. Я щитой этой славы знаком. А сейчас, как глаза закрою, вижу только родительский дом. Вижу сад в голубых накрапах. Тихо август прилег к обледню. Держат липы в зеленых лапах птичий гомон и щебетню. Я любил этот дом деревянный. В бревнах теплилась грозная морщ. Наша печь как-то дико и странно завывала в дождливую ночь. Голос громкий и всхлип язычный. О каком-то погибшем живом, что он видел верблюд кирпичный в завывании дождевом. Видно, видел он дальние страны, сон другой и цветущей пары, золотые пески Афганистана и стеклянную хмарь Бухары. Ах, и я эти страны знаю, сам немалый прошел там путь, только ближе к родимому краю мне б хотелось теперь повернуть. Но угасла та нежная дрема, все истлело в дыму голубом. Мир тебе, полевая солома, мир тебе, деревянный дом.